важно, чтобы у нас было какое-то такое общеобразующее или там сплачивающее мероприятие для всего региона. Давайте просто мы его сделаем несколько расширенным, вот, чтобы оно было не только как школа волонтеров для экосистемы, ну как она может восприниматься сейчас, а как в целом сбор тех, кто занимается волонтерством и молодежной тематикой, ну и связанным с этим вопросом, и школу волонтеров для экосистемы, чтобы оно стало такой точкой сборки для всех, кто занимается со всех районов, ну и заодно школу. То есть чуть расширим его масштаб, давайте такой сделаем.